Вернувшиеся из Азербайджана армянские пленные проходят медобследование. Об этом сообщил омбудсмен Армении Армен Татоян. Он сообщил, что вместе с врачом из Офиса защитника прав человека находился в аэропорту, где встречал часть прибывших пленных. На данный момент мы вместе с начальником департамента по правам человека в вооруженных силах Армении и врачом находимся в госпитале для обследования состояния здоровья прибывших и осуществления иных действий, написал Татоян. Ранее самолет с 44 армянскими пленными приземлился в Ереване на аэродроме Эребуни. Вернулись те граждане, факт пленения которых был подтвержден Международным комитетом Красного Креста в Баку. По предварительным данным, это 30 военнослужащих и 14 гражданских лиц. Глава правительства Армении Никол Пашинян ранее сообщил, что Ереван и Баку смогли согласовать обмен пленными по принципу «все на всех». По данным омбудсмена Карабаха Артака Бегларяна, азербайджанская сторона удерживает 60 военнопленных и 40 гражданских лиц. В рамках процесса обмена пленными и заложниками в Баку было передано 12 человек. Известно о том, что в Азербайджан вернулись Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров, осужденные в Карабахе за совершение диверсии, убийство подростка и армянского офицера.